Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня АС-сервер решил после стримчика зайти и все-таки и выставить вапку обратно, и попробовать поиграть в английского просто мега топового, как по мне, пирата. Есть пират на немке, пират на английском. Сейчас мы тоже туда позаходим, но здесь сначала мы сделаем кое-что. Я вам покажу три самых топовых на сегодня пирата. В общем, первый у нас вот такой вот АС-сервер. Как видите, здесь, ребята, уже 5 героев. 5, не один, а 5. На некоторых вообще нифига нету. Ну, думаю, вы знаете, на каких. Здесь именно идеальный пират. Почему? Здесь нету дохрена хлама. То есть тут все по сути. Десятая рунка, мешок зефира, эмблемка. Восьмая, ну тоже неплохо. Камень судьбы, прайм мешки. Ну, в общем, все, что надо для комфортной игры. Плюс недостающие для меня герои. Сейчас мы глянем, что там у нас творится. Командоры у меня, по-моему, здесь нету, это однозначно. А, тьфу ты, командора у нас здесь есть, ёпарасита, трифит есть. Все, ребятушки. Все просто изи. Мы ж командорку вот недавно достали, я думаю, блин, что за фигня. А я-то тут хочу, но все равно мы сейчас с вами сыграем этот пират. Поэтому поставьте жирный лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Так, Финка, Рину и Сердцеедка, да? Рину, по-моему, у нас, если я не ошибаюсь, как раз таки нет. Так, сердцеедки нет. Блин, где этот Ирину, где-то вверху. Ирину нет. В общем, два недостающих, ребятушки, героя. На MX-10 есть, но мы туда не пойдем однозначно. Поехали, мы сейчас с вами сделаем трэш. У меня выпало с бесплаточки. Или с этого, я не помню уже. А, нет, из какой бесплатки. Вот так вот. Просто топовый Ронька, который нам по сути нафиг не нужен. Так, с кулаками тут у нас печаль. Поехали, нам надо доролить несколько талантов. Поменять. Орка. Ну, я сейчас так пораставляю, там кому. Может, что-то толковое. ПДшка, нифига себе. Нифига себе, но у меня тут римочка стоит. Вот кому эту подашку ставить? Реально. Просто жизнь боль. Тут баст у нас тоже, в принципе, классный. Блин, и подашка классная. Ставим сюда. Жалко ее сливать. Но ничего не сделаешь. Еще одна ПДшка. Идем сюда вместо баста. Берсик. Ну, берс по сути некому ставить. Поехали дальше. Каменка тоже нам нафиг не нужна. Замедление тоже. Скажите, зажрался уже вообще. Отлично. Отлично. Ремочка. Дерево ремочное. Ну, у нас тут... И с ремками на этом аккаунте тоже проблем в принципе нет. Так, варианты у нас. Атлант уже сделан. Кому бы ремку поставить? Ворожей топчик. Все больше и больше задумываюсь над тем, чтобы здесь, значит, качать аккаунт. Так, дерево ремочное. Ну, наверное, может землеройки поставим. Пусть будет пока на ней. Потом, если что, поменяем, что-то другое поставим. Хотя можно было и на льдышку ремку поставить. Так, баст у нас выпал.
Блин, ну просто печаль. Такие таланты, мы их сливаем. Гнев. Маскировка, нифига себе. Нифига себе, у меня печаль. Смените талант сторон с помощью предметов или самоцветов 99. Блин, обидно. Вот реально обидно. Кому эту маску тыкать? Толку от нее, блин. Беспонтово. Фрайки у нас нет. Давайте посмотрим, что тут у нас на допах. Сделаем. Маскирован. Замаскированного шамана. Блин, классный талант упал. Чик. Дар жизни. Отлично. Забираем вот так вот. Что мы имеем? 2500. О май гад. Поехали. Так, ребята. Нам надо два героя. Два всего лишь героя. Заодно сейчас посмотрим, как же здесь падает. И сравним сразу. Ну! Афинка и Трифит — это герои, которые у нас уже есть, блин. Просто печаль. Но зато посмотрите, как нападало сундуков, слизней. Ну, слизни у нас тоже есть, но сундуки третьи, пятый. Охренеть. Реально круто. Ну, еще один недостающий герой, с чем можете меня поздравить. 20 сундуков третьих, нифига себе. Офигеть. Офигеть просто, я балдею от этого сервака, конечно. Да, к сожалению, Марину не вытащили, но это все фигня. Одного Трифида получили. Так, перейти. Блин, я уже не знаю, кого тут с героев качать. Просто такие герои. Коммодорки сделаем десятку сразу. Герои с топовыми прокачками уже даже. Атлантище тоже. Еще какое-то достижение получили. Такс. Блин, давайте сходим. Испытаем удачу. Нифига себе, десятая сумка и 50 камней. Так, 97, это можно продать. Так, что у нас тут еще такое валяется? Неинтересное. Эти я уже продать не могу, они все за золото. А, давайте попродаем. Даже не так, сейчас войдем. Будет быстрее улучшить навык. Они мне по сути нафиг не нужны. Так, съесть. Получить все. Чик. Вот такие вот плюхи, ребят. Две Афины. Сердцеедка. И посмотрите, сколько сундуков. Офигеть. Вот это реально круто. Открываем. Так, отлично. Еще один недостающий у нас герой появился. И поехали. Пооткрываем наши плюшечки. Посмотрите, исцеление, железка. Блин, ну у нас столько круто, сколько смен, сколько всего. Посмотрите, вот это реально кайф. И шестые сразу же. Я офигею, я просто офигею с этого сервака. Бум. Ребята, две карты. Открыть Фрея. Нам надо Фрея. Нам именно нужна Фрея. Чик. Бигфут. Чик. Афинка. Третья Афинка. Так, я не помню. Бигфут у нас... Охренеть, ребята. Второй недостающий герой. Офигеть просто.
Вот этот вот пират реально топчик. Вот почему АЭС реально тащит. Вы посмотрите, сколько мы разных плюх получили. Просто. И получили недостающих героев. Сколько всего? Вот посмотрите, 20к. Кулаков 10к. Офигеть просто. ЗПшки 400. Поехали, сразу же Бигфута качнем. Вот посмотрите, Бигу семерку сделали, десятку сделали, без проблем, просто без проблем. Остальное сейчас все в сердцеедку сольем, 9-10 будет. А у меня и кагашек еще здесь валяется, посмотрите, 300к кагашек уже накопилось. Это при том, что я здесь нифига не фармлю, нифига не делаю, просто вот захожу, смотрю акции. Как вам? Вот напишите в комментах, как вам такой вот трэш? А, поехали, я сейчас бегаю. Открою вам немку, покажу еще. Вот немецкий сервер. Посмотрите на этого пирата. Тоже обалденный пират. Здесь, правда, меньше, но зато здесь есть шанс собрать донатную розу. Куча расходников, дофига ненужных, как по мне, ну таких, знаете, нехти. По сравнению с АЭС-пиратом, этот пират, наверное, ну, уже не то, потому что здесь, хотя и можно собрать сумки Огника мы тоже здесь будем постепенно собирать, но он уже не настолько топовый, он уже приелся, наверное, для тех, кто здесь играет, они хотят тоже изменений каких-то. И еще покажу вам английский сервер. Английском сервере тоже кайфовый пират. Здесь стрелок Анубис. Нету много разных. Ну, расходники, видите, похуже, чем там. Но здесь есть шанс получить сменки, получить сундучки. Тоже довольно-таки неплохо. Если я сейчас еще разок лопну по 1200. Шансы на героев здесь довольно-таки высокие. Но не сегодня и не сейчас. Просто изи. 5 сумок. Вот так вот. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и пишите, какой вам пират больше нравится. Всем удачи. Всем пока.